Что вызывает у меня этот добрый детский смех? Добрая, абсолютно добрая машинка Citroen C3. Это машинка из частной коллекции. Ну и нам дали на ней прокатиться. Вообще, когда садишься в Citroen C3, настроение почему-то увеличивается. В смысле, улучшается. Почему? Да потому что это очень объемный, абсолютно добродушный автомобиль. Вы прикидываете? 1.4 двигатель на автомате с Тепроником. А еще он очень забавный автомобиль. Внутреннее убранство, все в некотором космическом стиле. Включая вот эти забавные поворотные рефлекторы. Где-то мы их видели, если я не ошибаюсь, на Фиесте. А в остальном, мне очень понравился руль. Обычно я называю сигнал фафака. Здесь я называю сигнал бубука. Потому что, ну, просто забавно, честно скажу. Из впечатления о машинке. Очень сложно передать, но попытаюсь. Вот это так, 1.75 м, понимаете? Моего роста такой, очень большой человечек. По максимуму определитесь. Для кого эта машина? Для машины оптимиста по жизни. Человека, который любит неспешный и комфортный стиль вождения. И безопасный, кстати. 4 подушки безопасности, что еще надо? Обзорность? Да, чисто французская. Все видно по полной программе. Оп. Машина, кстати, 2003 года выпуска. Конца 2003. Какой пробег? А вообще оригинальный пробег 20 тысяч километров. Сколько машина ест? Хозяин говорит, заливаю бензин раз в неделю. Сколько стоит? Ну, что я? Вот так мы вводим. Стоит машина 410 тысяч рублей. В общем, абсолютно недорогой вариант настоящего качественного французского автомобиля, а не машины, сделанные в России. Ну, хотя, в принципе, у нас тоже кое-что научились делать. Ну вот, это французская реальность. Сразу почему-то вспомнился фильм «Властелин колец». Помните вот этот вот чудик, который так говорит: «Отдайте мою прелесть, продайте мне эту прелесть». Видели когда-нибудь абсолютно круглый автомобиль? Ну вот сейчас и видели. Это Citroen C3. И этот абсолютно круглый автомобиль приводится в движение мотором 1.4 литра, 75 лошадиных сил, с коробкой автомат. Обычно на слабые движки коробка автомат влияет негативно. Здесь этого абсолютно не ощущаешь. Что касается подвески, ну, автомобиль городской сам по себе. А вот подвеска здесь сделана так, чтобы вы вообще ничего не чувствовали. Ни кочек, ни ям, ни бугорков. Она немножко жестковата, но зато это очень хорошо влияет на управляемость. Что касается внутреннего убранства. Городская машинка абсолютно недорогая. Здесь цифровой спидометр и аналоговый тахометр. А также бортовой компьютер. И еще CD-чейнджер на несколько дисков, на 5. А еще здесь парктроник стоит сзади. Проходишь, пищит. Вот французы. Вот они умудряются делать, особенно это, кстати, свойственно Citroen. Ну, такие машинки, которые просто удивляют. Это удивляет, во-первых, пространством в салоне. Ну, точное определение, это автомобиль, который больше внутри, чем снаружи. Говоря о месте сзади, ну, я скажу так, за Алексеем я сяду совершенно спокойно. За мной, конечно, уже некоторые трудности, но, опа, тем не менее, в городе на небольшие расстояния абсолютно комфортный автомобиль. А вот водительское место оборудовано подлокотничками специальными. В общем, едешь, отдыхаешь, наслаждаешься.
музыка не кислая, кстати. А здесь еще такие мелочи, как пепельница круглая, которая вытряхивается просто. Берете и вытряхиваете. Ну и вообще, автомобильчик, конечно, вызывает только положительные эмоции. И больше ничего. Едешь и радуешься за французов. Ну и мы можем, наверное, в скором времени порадоваться и за счастливого обладателя вот такого автомобиля. 410 тысяч, и он ваш. А какой цвет? Голубой металлик. Мечта.